Вам почему с людьми-то некомфортно жить? Есть формальное объяснение? Ну, там, не уважает, не любит, не ценит, не гладит, не прислушивается, не ухаживает, я не знаю, там, и все. А, ну, это формально, ну, то есть, формально, видимо. А с чего это он такой-то нездоровый? Проблема состоит в утрате навыков социальной коммуникации. То есть для того, чтобы взаимодействовать с другим человеком, у вас должен быть навык. Его надо выработать.